Ой, это мне. Это обсидиан. Да, конечно, он сказал. Йоу! Поехали, поехали, поехали. Спасибо огромное. Надо отправить ему сердечко обязательно. Ну, хоть в сообщении обсидиан не ошибся вроде. Так, хорошо. Ну что, ребята? Попкорн, кокпорн, еду всю достаем. У меня огромный бутерброд, короче. Я не знаю. Я никогда не ел таких больших бутербродов. Я думаю, он сантиметров... Блин, он больше, чем моя рука. Я думаю, он сантиметров 20 с чем-то. Просто обалдеть. По поводу не нарезать, я больше не вешаю плашку. Меня попросил Сырой, потому что его долбят. Ну, Владик, в смысле. Ну, вы поняли. По поводу не нарезать... О, привет, это что? Сейчас. Я вслух просто скажу, да, я скажу в устной форме в начале видоса, в середине видоса и в конце видоса то, что не нарезать до, ну, это до 21-го, например, до 21-го числа. Вот это я первый раз говорю. Нарезчик, если ты это видишь, ты попался, это не нарезать до 21-го числа, вот. Еще раз скажу посередине, еще раз скажу в конце. Все, погнали. Это видос, в котором я участвовал, не зная этого, ребята. Это видос, в котором я участвовал, не зная этого. То есть я просто участвовал в квестах обсидиана, но я же знаю, что обсидиан делает их. Мне интересно посмотреть на, ну, типа, то, как это выглядит с его стороны. Вот, погнали, 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 погнали. Погнали. Да, вы можете в чат, кстати, срать. Можете написать просто не нарезать до 21-го, например. Это хз. Это будет то же самое, что плашка на экране, наверное. Поэтому хз, насколько хорошая идея. Ну все, погнали. Ой-ой, а завод что-то не расширяется. А ну да. Мандаринка как-то мне немножко... Да у меня пол стола тут мандаринок. Сейчас ранее. Хорошо, да, сори, я не специально, правда. Потому что я почти не играю. Да и никто почти не играет. Маньчжоу сейчас представляет из себя пустое поле, где иногда появляется Диамкей и Душенька и строят какие-то декорации. Поэтому я пришел, чтобы, возможно, не... А как же я... Я зову обсидиана строить... базу надзирателей каждую пятницу. Но, короче, так смешно совпало, что Obsidian каждую пятницу стримит варить игры. И я, типа, пишу там в среду или в четверг. Ребят, кто пойдет яму достраивать в пятницу? Он такой, блин, я не смогу. На следующей неделе. Ребят, кто пойдет? Блин, я не смогу. Я не виню его, если что. У него просто тоже свое расписание. И просто так совпало, что, типа, наши расписания перекрываются. Исправить, но хотя бы скрасить эту проблему. Ведь у микрофона я, Obsidian Time. Как я попал на Майншилд, совершенно другая история, ведь это рубрика «Монтажи». Сегодня я попытаюсь исправить проблему отсутствия онлайна на Майншилде. Расскажу о том, кто мне выпал и что я сделал на тайную хэллоуинскую тыкву, и что же ждет в будущем грязевой завод. Онлайн — это очень тонкая тема, и как его поднять... Да, Джинсол, я смотрел. Та еще задачка. К решению этого вопроса я обратился к MMORPG, в которых одним из самых важных удерживающих факторов... Я думаю, сейчас реклама будет. ...являются ежедневные задания, которые вы можете знать, например, через тот же ген... Ген... Генш... В свое время я провел... Гена! Гена! ...множество тысяч часов в Вовке и сделал сотни и сотни ежедневных заданий. Зачастую они были не самыми интересными. Еще оказалось, что пока я делал, монтировал тот ролик, на Академии Вак-Макак уже сделал что-то похожее. Но там скорее квесты с взаимодействиями там, между людьми и вот это вот все, поэтому это другое, вы не понимаете. Я же решил ввести на сервер ежестримные задания, которые нужно будет выполнять на стримах. Каждый стрим участнику ивента будет выдано два различных задания, разной сложности. Если игрок будет выполнять все задания каждый стрим в течение трех стримов подряд, то он получит какую-то большую индивидуальную награду. А я выполнял три стрима подряд. Что должно стать мотиватором подрубать стримы и играть на Майншилде? За простое выполнение заданий игрок будет получать какую-нибудь прикольную микроштуку в зависимости от сложности. Естественно, алмазы зарабатывал в том числе скамом на... Так, алмазов, и они ваши. 40 алмазов. Вичков. Понятное дело, что я не смогу сделать по 6 заданий на каждого участника сервера. Поэтому решил выбрать трех игроков. Диамкея, Пугода и БЛСа. Самим же участникам я вообще ничего не сказал. Они до последнего не знали, кто делает для них эти задания и что за них они получат по итогу. А на их стримах я мониторил, чтобы все было выполнено по правилам. Теперь задача крайне проста. Нужно придумать 18 уникальных заданий. Как уже и сказал, будет три сложности. Простая, средняя и тяжелая.
Это из Geometry Dash картинки? Которые технически никак не завязаны на экипировке или мобах. Да. А скорее на... Я узнал их. Времени, сколько уйдет на это задание. На сложные задания мне пришлось пересилить себя и сделать кастомные постройки по миру. Сделать какое-то подобие NPC и даже построить отдельные локации под квестовые линейки. Ничего заранее рассказывать не буду, чтобы вы сами прочувствовали это с игроками, которые выполняют задания. И первым на очереди... Это что, я? Не буду, чтобы вы сами прочувствовали... Нет, не я. ...чувствовали это с игроками, которые выполняют задания. И первым на очереди стал Пугот! Задание он вам сейчас сам прочтет. Стримные задания, фермерские будни, крабовые проблемы. Чего? Так, правила задания. Выполнять нужно только на стриме. Задание выполнено вне стрима, засчитано не будет, я слежу за вами. Если в задании требуется скрафтить что-то или добыть, то покупка этого предмета или ресурса запрещена. Вы не можете отдать свое задание кому другому, если задание, где нужно куда-то прийти, будет выделена зона квеста при помощи сборщиков табличек. Это не запись стрима. Обсидиан затронул, что ли, зрителей своих? Ничего ж непонятно. Окей. То есть чисто теоретически я могу сейчас начать оскорблять автора квеста. Фермерские будни. Сложность легкая. Помочь фермеру Степану... Чё-то я не понял. Почему я пришел к этой мысли? Я уже не помню. Окей. То есть чисто теоретически я могу сейчас начать оскорблять автора квеста. Фермерские будни. Сложность легкая. Помочь фермеру Степану посадить полную грядку свеклы. Квестовая зона. Я так понимаю, это оно. Степан, я определенно в нужном месте, ребята. И... Мы в шоколаде. Отлично. Так, на пляже Альцеста был совершен побег детишек крабов. Молодой голос в видео. Найти и поймать всех крабов на берегу. 8 штук. Вернуть их маме крабу. Блин, а как я пойму, что... Типа, что является... Дитё крабом. Лил крабик. Чем занимаешься, погод? Я выполняю задание от я не знаю кого. У меня просто на базе были задания. Окей, я думаю, это крабы. Они все... Окей, выглядят просто, если у них реально такой дизайн, как... Ну да, у них одинаковый дизайн вроде бы. Я думаю, таблички мне не нужно возвращать на место, типа... Ой, я дерево сломал случайно. Надеюсь, никто не заметит. И мне нужно их перенести к маме крабу. Я предполагаю, что сюда. И судя по всему, я был прав. Минуточку, ты не краб. Спасибо за 60, человек 165. Если пересобрать краба из тех же частей, это будет тот же краб или уже другой? Это хороший философский вопрос. Мне нравится. О, все. Подождите, найдено секретов 0 из 2. То есть я еще пропустил какие-то секреты в этих квестах. Один из клиентов потерял часы, он просит помощи в поисках, готовы вознаградить, вести на координаты, отдать прямо в руки. Чат раздачка стрима идеально кладывается на чат раздачка с видосом, но я не менял размер, потому что. Я должен найти здесь часы где-то. Окей, Эбис Мотел, я... Ты хотел оскорблять другой звуковой дорожке? А чё он вырезал это? Это супер странно, без контекста, типа просто оскорблять автора квеста. Я не помню этого здания, оно как будто новое. Не часы, но алмаз. Я типа могу его забрать? Блин, тяжело, это, мне кажется, не такое уж легкое задание. Так, часы под лестницей? Спасибо, чат, не знаю, что бы я делал без вас. Анатолий? Это вы? Ну, полагаю, что да. Привет, меня зовут Анатолий, вот только смену закончил на заводе. Я надеюсь, ты нашел мои часы, пожалуйста, дай мне их в руку. Если не ошибаюсь, то я потерял их, пока поднимаюсь на второй этаж. У него была подсказка, что это при подъеме на второй этаж, я балбес, надо было сразу читать. Так, окей, 655... 4 минуты на первый квест, поехали. Второй указан как сложный. Мне интересно, что входит в понятие сложный в данном случае. Это, по-моему, у меня не было до этого сложных, вроде бы как. Если очень вкратце. Опа! Утонувшее сокровище оно называется. Окей, а я должен найти... Что конкретно я должен найти? Блин, я... Проблема в том, что я не уверен, как я пойму, что, типа, я забрал все самое ценное. Вот там какая-то комната есть. Надо почитать, что там с табличка. Кабина капитана. Там есть сундук в кабине капитана. Но я вот не знаю, короче, я ломаюсь, чат. Мне можно ломать или нет, как думаете? Я думаю, я пожалею об этом. Ищи дружбу, если ее там нет, то это огромное упущение. О, да, это правда. Настоящее сокровище — это наша дружба. Короче, я ломаю дверь в капитана. Квестовый сундук. Мокрая записка. Подлодка докладывает, важный был на Остблиз... Окей... Окей, остров, какой-то остров. Подлодка докладывает, важный был на островах близ чего-то са. Короче, чат, помогайте. Да, я тоже думаю, что возле Сантоса, я не могу представить... Обсидиан Тайм, мой любимый нарезчик по Вугуда.
Ничей никнейм. Я представлю, что ты делаешь все это без стрима и общаешься сам с собой. Не, это со стримом. Кроме Сантоса, начинающегося на Са. Близ чего? Да, смотрит на юг, кстати, реально. Жесть, давайте редачить сразу. Порта? Так, а где порт Сантоса находится, ребята? Я бы знал еще, было бы вообще клево. Близ порта Сантоса. А где порт Сантоса находится, чат? Кто из этого порт Сантоса? Это спавн, это не порт Сантоса. Вот это он. Выглядит как порт. Выглядит как порт. Выглядит как порт. Тяжело. Моста должно быть, наверное. Блин, вы в натуре не знаете, чат. Как мне найти тогда? Я тоже не знаю. Я даже не представляю, где он. Посмотри, с какой стороны подлодка плыла по прямой. О, вот это умно, кстати. Под люком смотрит на юг. Под люком смотрит на юг. Важный груз. Я не понимаю, почему обсидиан это не выкинет. Надо было просто ускорить. И такой, типа, ну, побегут, возю сейчас, типа. Был доставлен... Я бы так сделал, по крайней мере. ...на остров Сантоса. Доставлен на остров близ либо моста, либо флота. Да, 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 бочка под люком смотрит на юг. Бочка под люком смотрит на юг. Вот это юг. Вот это южная сторона этого острова. Стоит уточнить, что Пугот почти нашел клад. Он действительно был в этой точке. Вот он. Стоит. Поэтому, если кто-то из маньчжурцев смотрит, забирайте, не стесняйтесь. Но квест... Так. Так. Сейчас все успокоились. Вот сейчас все... Вот сейчас каждый успоко... Так. Сейчас, пожалуйста, без паники. Минуточку. 5 часов назад вышел видос. Вы как не заметили-то его, а? Ну ладно я, но вы-то как его не заметили? М? Сейчас, я дожую бутерброд, погодите. Я тороплюсь просто очень. Как, ты не заметил? Ты вроде далеко ходил. Да я прям там был, я прям там был. Я был буквально там. Блин, у меня звука нет. Ладно, потом. Все потом. Звук сейчас не важен. Звук не важен. Звук не имеет ни малейшего значения, чат. Я включу вам музыку какую-нибудь пока. Пока я лечу. Так. Окей, вот это он, да? Вот это он. Да. У тебя элитр вчера сдох. Ой-о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 й. Ну, мне хватит. Мне хватит, верно? Мне же хватит? Мне хватит, остальное не важно. Мне должно хватить. Это для драматизма. По-моему, я переборщил. Да, я переборщил. Мне в другую сторону. Нет. Я пришел забрать свое. Я буду общаться драматично, пока не найду свой клад. Непон. Йоу! Я нашел! Не переживай, жираф. Все хорошо. Я все нашел. Это очень странно, ну ладно. Так, все, поехали дальше. Пугот все равно выполнил, обыскав всю подлодку, поэтому как бы зачтено. Ну, ребят, следующий был пройден до видоса. Я у меня все вещи уже у меня в инвентаре, как бы, если кто-то не понял. Элитри потом починим. Сегмент видео не рекомендуется к просмотру людям с повышенной светочувствительностью и наличием хоть какого-либо рассудка. Ведь на очереди БЛС. Ой-ой-ой! Александр, здравствуйте, здравствуйте. Что здесь происходит? Не громко донат, ребят, нормально? Александр, ради вас. Займемся с вами сегодня вот этими квестами, которые мне дали. О боже мой, у него еще и шейдеры какие-то. Кто не помнит, напомню. Легкая сложность, давайте ее сделаем. У него был няшный стрим? Ну, я вижу. Разных зелий. Использовать. Хорошо, честно, я засейвил, потом гляну. Там не было дружбы? Ну, может быть. Воды из колодца на координатах минус 903, 549. Уву. Напоминаю, задание простое. Да, для меня это самое сложное задание. Что-то найти, что-то сварить. Я в жизни зелики никогда не делал почти, мне сложнее из-за этого. Так, ладно, погнали. Вот у нас получается есть зельеварка. Вот с этой воды нужно, да, сделать?
Погнали, делаем. Ты такая няшечка. Жена, оденься получше на 8 марта, БЛС. Спасибо. А, вот еще одно секретный алмаз, реально. Так, давайте быстренько зелечки доделать, пока он опять не сдох. Так, средняя. Сегодня очень серое настроение, погода. Вам нужно это исправить. Запранковав любого человека, который в онлайне. Что, дурак, что ли? У меня проблема, мне нужна помощь срочная. Проблема, нужна помощь. Самый адекватный участник МША. Посмотри расценку слева, сказать УВ 500, помяукать 1500. Мной срочно. А что написано внизу? Идешь? Иду! Пошли, иду! Мне нужна помощь срочничковая вообще. Сейчас, быстро сюда, быстрее. Вот сюда в портал. Вот тут тихо. Вот. Он ебается. Надо с ним что-то сделать. Он мне только что столько плохих матерных слов назвал. Что это за балаган здесь? Поговори с ним. Это ты мне гангстеров подослал? Каких гангстеров? Поговори с ним. Привет. Давай поговорим. Говорите. Давай поговорим, конечно. Нахожу я домой и показываю вот здесь. Стоят 4 гангстера. И... Спасибо. А где гангстеры? Так и Фарадей убил. Ты что с ней сделал? Она в бочке, забирай. Я по частям ее, вот она. Боже, что ты с ней наделал? Чего? Я не буду повторять. Так, сложность тяжелая. В одном из секторов завода Финозара по координатам минус 523 и 526 сломался механизм. Поэтому почему у него уже третий стрим это? Ой, третье задание. Цирку. Это типа он несколько стримов подряд так стримил? Квестовая зона. А, стоп, квестовая зона. Давай, заходим. Бингус. Квесте была дружба, объяснить по-дружески своего, где клад. Если возможно скидывать постройки для ангазона и так далее, если я не игрок ППЛ. Да, но никто, скорее всего, их не построит. В чем проблема? Типа, если ты найдешь кого-то, кому захочется перенести на ППЛ, то, конечно. Ты не вышел? Я вышел. Ты прикалываешься? Я просто вышел так быстро, что никто даже этого не понял. Я замастерил скилл выхода с сервера. Смотрите, я вам покажу. Смотрите, вы даже не замерите. Ну ладно, я не вышел в этот раз, потому что я не пал по кнопке, но вот так я могу. Видал? Я уже вышел. Вы даже не заметили. Думайте. Масулиная записка. Так. Ёк-макарёк, сегодня лупнул механизм для стрижки овец. Стриг её сегодня целый день. А там вал отвалился. Шестерёнки все выпали. Поршня больше нет. Ячейку порвало. Ладно, хоть бингус выжил. В общем, твоя задача починить весь механизм. Бингус? Новый блок шестерёнок. Наблюдатель должен быть где-то в этой комнате. Ну, пожалуй, это он. А как найдешь, подключи его к передней части блока, который лежит на полу. О, алмазик. Отдай. Придумали. А чё, как его? Вот это он, наверное, да? Заискрило, я выполнил. Подходящий поршень можно найти в мастерской кролика. Муна на координатах минус 310, минус 263. Сейчас, всё вычислим. Минус 200, 63. Мне пролилось секунд 5, чтобы поверить, что вы выиграли. Привет, здорово, Крип, мне тоже. Вот он, я нашёл. Я сам нашёл поршень. Сюда. Все, ребят. Я так хорошо вижу БЛС в роли Форсен Бая, прям вижу, как он Форсена в пабге стрим снайпит. Надо будет спросить у него. Это выполнили. Хорошая идея. Я слышал, что вал стержень Энда должен был приехать на склад по координатам минус 522, 533. Квестовый... Какая же криповая гифка в углу, просто жесть. Во, все, нашел наконец-то. Так, алмазик, халява. Алмазик. О, нашел. Вал. Нет, это прикольная тема. Я понял, вязанка. Как вообще вот уж чел так запарился сделал? Я в душе, кто это, но он очень круто сделал. Стоп, я понял, что за механизм будет. Мне кажется, или... Так, ставим вал, поставил. Все, ребята, запускаем механизм этот. Ну ладно. Бингус кайфует. Амням. Сложность средняя. Найдите и употребите в пищу 15 разных видов еды. Жареные и нежаренные варианты одной вещи считаются заразными. Да, я вспомнил, как бингус выглядит, спасибо. Короче, чатус, вы будете считать еду, которую я буду употреблять. Готовы? 2, 3. Он запикал слово употреблять. 4, 5, 6. Стримал в такой вебке, если бы не было раздатчика. Но я бы обезьяну не пихал туда, я не знаю. 7. Грязная работенка, сложность легкая. В канализации завода на координатах минус 112, 671 застряло большое количество отходов, необходимых застряло большое количество отходов.
А, во! Да? Да, вот. А сегодня день обезьян, кстати, кто не шарит. Такой костюмчик наденем. Ну, давайте вычищать, что. Нам, мы обезьянам, нам пофиг на радиацию. А, ну, короче, лаймы вот эти вот светлые, я понял. Это же не лайм, по сути, это же зеленый просто. Алмазус. Очень. Утопечки в виде перчаток пропали? А, только не было такого. Вонючный и грязный, отвратительный алмаз. То, что им не нравится. Если в зданиях еще есть секреты, то они, скорее всего, не найдены, но ты будешь... Не, я не буду запариваться ради одного алмаза. Не-не-не, 100% нет, 100% нет. Ох, тебе. Что происходит? Я прохожу квест, чищу трубы. Ты вот чистишь трубы, а мог бы быть в Омске. Да, Змец, я бы, наверное, мог бы быть в Омске. Очистили мы с вами грязную работенку. Сложность тяжелая. Найти любые ненужные тебе блоки или предметы, минимум один шалкер. Пронеси этот шалкер на мусор душеньки. Сиру их в сундуке, если есть что сжечь. Сожги это на печке для переработки мусора. Я проверю, чтобы все было правильно. Это сложно? Да у меня этого мусора... Да, печки были не в виде перчаток. Это... Что кушаешь? В данный момент яблоко. Ам-ням, выполняется на фоне. Нас... Да. Середина видоса. Нарезчики, можете это вставить. Нарезать нельзя до 21 числа, после 21 можно. Все. Еще вот это вот. Че? После 21 декабря. Алло, что это? Почему у меня эта штата сейчас была? Ты облучен. А это типа нормально? Это ничего? Это не болячка, не болезнь? Считаем, пятый вроде. Ненужными вещами мне нужно заполнить этот шалкер. У меня есть ненужные вещи. Бутылку хлеба, буханку хлеба считаем. Это сколько уже? 7? Квестовая зона Белесе. Окей. Кто меня Белесе может называть? Кто это? Так, кто у нас может... Чисто, давайте ваше предположение, кто бы мог такие квесты делать. Не, как будто не Клэш. Обсидиан Тайм. Опси, опси. Мне кажется, как будто не опси. Мне ж просто это разложить, я так понимаю, да? О, подожди. Не стал бы ставить обезьянную вебку, а что сейчас стоит? Железо. А что мне с кварцем делать тогда? Как правильно сортировать? Мне вот интересно. Чё? Сегби оригинал какой-то. А, это судьба. Мусор реально какой-то. Секретный мусорный алмаз. Это я забираю. Халява. Так, ребятки, иглобрюха Какой по счету это? Плюс карапуз. Почти удушники. Два вида еды возьмем, которые мы еще ни разу ели. О! Ягоды. Давайте тортик у него откусим. Это что же прием пищи, по сути, еда, да? Погнали. 15. Ой. Для меня большая загадка, кто это человек, кто этим занимается. Очень большая загадка. Это обсидиан, естественно. Человек, который все это делает, обращался ко мне, буду ли я сегодня стримить, но через другого человека. То есть, чтобы не палиться, он через другого человека спрашивает. Жесть, как же обсидиан хитро придумал все. Сыграл в 5D шахматы просто. Не стримить, но через другого человека. То есть, чтобы не палиться, он через другого человека спрашивает. И может ли быть такое, что на самом деле этот человек, который спрашивает якобы за кого-то, и есть тот, кто это делает, и просто прикрывается, что это типа кто-то спрашивает. И последний наш испытуемый DMK. Только для DMK открывать на стриме. Так, погодите, я чё, попал в аниме нежити неудачи или что? Это просто самый диамкеевый момент из всех просто. Что за дичь? Так, погодите, множество родителей, сложность легкая. В лесу, в лесе бац виверны, по координатам минус 634 на 796 случилась эпидемия стрекоз, нужно найти и собрать 16 стрекоз и сжечь их, нельзя использовать F3. Да, опа, контент, ребят, выполняем квесты, это интересно. А интересно, как они выглядят. Ё-моё, ну вы чё, ебать, мне искать по всем джунглям это? Блин, что является стрекозами, черт побери? Может, стрекозы это LA какие-нибудь? Алмаз, а не стрекоза, но я заберу. Стрекоза. Ну он и сатана, блин. И как я должен искать? Но я нашел еще алмаз. Ну, скорее всего, этот, ну, упырь, который это сделал. Иначе я его не могу назвать. Ну, кто бы мог подумать, что эта стрекоза будет зеленый, да? Бам, стрекоз нет, все. Ну, зато куча невидимых рамок, ха-ха-ха. Кактусовый дюны, сложность средняя. Внимание, выросло очень много кактусов. На координатах таких-то жители деревни в шоке от того, сколько кактусов вылезло за ночь в пустыне. Ваша задача найти и уничтожить все кактусы в зоне. Я полагаю, вот... Оу, щет.
Я надеюсь, мне не надо будет там дейлики понимаете, ребят, на сер добавили дейлики. Все, ребят, вы думали, какой-то катаклизм будет, да? Вы думали, будет какой-то, знаете, интересный контент? Не, ребят, дейлики, ребят. Ну, походу... Скоро добавят дополнительные скины, если залогиниться через Facebook, как Subway Surfers, как бы. Мы все кактусы только что уничтожили, практически. Потом кейсы. Да, блядь. Погодите, тут какой-то пи***ц. Так. Тяжелая сложность, блядь. Давайте сначала... Да, Battle Pass. DMK здесь слушал музыку с АП, поэтому этот фрагмент придется вырезать, но все цепи он сделал и доставил. Штормовое предупреждение. На кредитах минус 171, 2, 3, 8, 5. Ищем дерево, которое упало, ребят. Реклама без премиума. Блин, это такая гениальная идея, что я ее запишу, Ил, надеюсь, ты не против. Добавить, короче, вот прям на МША, без какого-то админского вмешательства, добавить подписку. И, короче, если люди не платят ее, что-то плохое происходит. Надо эту идею надо развить. Я назову это подпиской на нормальную жизнь. Все, я сохранил эту идею. Спасибо, Ил. Если сейчас я увижу, что какое-то дерево лежит, и мне придется его восстановить один к одному, я честно кого-то зарою. Ну и где здесь дерево? Не, ну вы, конечно... Я чувствую, это самая бесполезная постройка, которую я сейчас буду делать. Вот это я не пойму, что это такое. Типа, под камнем. Так, прося, спасибо огромное за 100 битсов, спасибо огромное за поддержку. Всем за битсы, привет, здорово, жизнь, с наступающим Новым годом. Тебя тоже, обалдеть, спасибо тебе огромное. Я не помню, у тебя был баш пива или нет. Если не было, то теперь он у тебя есть. Спасибо тебе огромное, спасибо за кучу битсов. Спасибо за поддержку, спасибо ей за 65. Такими обычно хулиганы в школе занимаются. Ну, вообще да, бывает такое. Но подписка звучит хайповее, согласись. Еженедельные боссы еще. Заблокировать все следы, кроме трех, а остальные за премиум подписку. В России 90-х была похожая подписка. Тут какой-то еще мини-квест. Ну, во-первых, здесь кто-то спалился тем, что здесь... Не рассказывай депутатам. Ребята, это уже изобрели, это называется налоги. Я когда мафию проходил, у меня было такое озарение. Я не помню, я рассказывал на стриме или нет. Но смотрите. Существует какая-то организация, которая знает о том, что вы ведете бизнес... Которая знает, где вы ведете бизнес. Которая следит за тем, сколько денег проходит через ваш бизнес. И она забирает процент от вашего бизнеса за так называемую защиту. Если вы откажетесь давать процент от своего бизнеса, вы получите по жопе. Вопрос. Я описал мафию или налоги? Не знаю. Земля. Но, видимо, нет. Не здесь. А, нет, вот. Не-не, нашел. Благо нашел. Пошла восстановление жопы. У меня бы уже давным-давно порвалось бы очко, наверное. Ха-ха-ха, загадочное яйцо и... Государство никого не защищает по итогу. Да-да-да, это как в меме. Отдаешь государству свои права, чтобы... Типа, нет, государство ограничивает тебя в правах, чтобы... Нет. Государство обещает тебе защиту в обмен на ограничения в правах. Ты соглашаешься на отчуждение своих прав во имя безопасности. Государство не может обеспечить безопасность. Диспейр. Все. Сказка на день. Что о, бля. Так, давайте еще раз. Сказка на день. Сложность средняя. В мире манчет сегодня все грустные. Пора бы это исправить. Найди любого игрока в онлайне и расскажи ему любую сказку на свой... Ты достанешь либертарианцем? Ну, хз, ребят, насколько хорошо это работает, если честно. Посмотрим, как в Аргентине будет, там понятно будет. Но пока что хз. Выбор. Это сказка о воре и судье. Жил-был непоседливый вори. Что там было? Еще раз. Найди любого врага в онлайне, расскажи ему любую сказку на свой выбор. Сказка на день, сложность средняя. В мире манчет сегодня все грустные. Пора бы это исправить. Строй базовый зритель или плати. Найди любого игрока в онлайне, расскажи ему любую сказку на свой выбор. Это сказка... О воре и судье. Жил-был непоседливый воришка. Он воровал чужие вещи из ящиков. Влиятельному человеку очень не понравилось такое поведение. И он обратился к судье.
с просьбой. Пожалуйста, пожалуйста. О, судья. Не строит яму, тут платит. Я хочу подать в суд. Я говорил в середине уже, Кирилл Офишел. На этого товарища, вот, который ворует из чужих ящиков всякие драгоценности. Ну, а судья сказал, что только Бог поможет. Ну, вот тогда и торговец взял огромную кирку такую, знаешь, тяпочку. Сначала срубил голову вору, а потом судье. Конец. Хорошая сказочка, поучительная. Сложность тяжелая. Один из искателей приключений рассказал о каком-то загадочном яйце. Нужно проверить информацию у самого искателя. Найти его можно в заброшенной пирамиде по координатам таким-то. Принести яйцо сюда в сундук. Квестовая зона. Угу. Крики. Я потерял свое яйцо, прям потерял, не могу найти его. Забрали на какую-то кухню. Спаси его как можно скорее, они не могли далеко его унести. На кухню? Это, блин, вопрос. Куда? Здесь вроде кухни никакой нету. У вас есть идеи, что за кухня имеется в виду? Рико. Может, в кафе? Ну, может быть... Когда стрим второй главы для Руна, возможно, завтра успеем. Пробовать реально на кухню. Сказали, что недалеко. Хотя, может, это просто уловка. Я фиг его знаю, просто здесь кухни как таковой нет. Блин, может, ну тут... Может, столовые опси. Может, столовые опси? Кстати, ну это ближайшая кухня. Даже ближе, чем ресторанчик. Что за сказка про деда, я не знаю такую. Ники. Ну здесь какой-то яйцо. Я бы рассказал анекдот про нюанс просто, это была моя сказка. Какие-то яйца есть. Загадочное яйцо, отлично, мы его нашли. Все, мы его забираем. Последний квест подошел к концу. И, на мое удивление, все три участника выполнили все задания, которые я для них приготовил. Иногда возникали какие-то проблемы из-за моего корявого объяснения, так что... Я вообще-то выполнил все квесты! Если кто-то пропустил, что там было написано... Готовил. Иногда возникали какие-то проблемы из-за... Я самый стабильный игрок сервера. Я захожу раз в неделю всегда. Неважно, что происходит. Я держу свое слово, понятно? Это было максимально предсказуемо, в какой день я зайду. Обсидиан даже меня не спрашивал, вы заметили? Вот ему надо было спрашивать БЛС, а меня ему спрашивать не надо было, потому что он так знает, когда я зайду именно. Вот, но как бы я же выполнил все 9 по итогу. Ой, да. Ну, 6, да. Моего корявого объяснения. Так что есть еще чему поучиться. А то, скорее всего, это не попало в видос. Скажите вы сами, за каким заданием вам было наблюдать интереснее всего? А какое из заданий вам показалось... Сказка про то, как дед насрал в коляску и поставил в уголок, чтобы никто не уволок. По самым скучным и неинтересным. Мне это будет полезно узнать, ведь кто знает, что будет, например, завтра. Проблему онлайна у меня исправить абсолютно не получилось, но зато было весело. Быстрее всех выполнил все задания DMK, больше всех секретов нашел БЛС, ну а Пугот получает поощрительные поглаживания. Понятно. Подготовить все эти задания заняло у меня примерно трое суток, понятно. Ведь нужно было придумать не сложные, но при этом забавные и интересные задания, задействовав как можно больше разнообразных локаций. И стало это возможно только благодаря вашим подпискам на Boosty. Вот они, ребята, благодаря которым все еще выходят ролики, стримы, и я могу вкладывать в эту деятельность еще больше времени. Спасибо вам огромное, ссылка на Boosty, как всегда, есть в описании. Пугот на время монтажа этого ролика так и не сделал все задания, поэтому пускай доделывает, подарок получит потом. БЛСу перенес в Майнкрафт целый сборник анекдотов и подарил его. А для DMK сварил шалкер зелий защиты от огня. Поскольку все задания были выполнены... Блин, возможно, он уже подарил мне что-то. Надо зайти на сервер посмотреть, когда я доем. Ты получаешь шалкер твоего любимого напитка. Это зелье огнестойкости. Спасибо, как говорится. Интересно, кто это делает? Одним осенним утром мы собрались большей частью сервера возле огромной кости Джаста ради выдачи записочек. Если вы не знаете, что такое тайный Санта, или в нашем случае тыква, то объясню. Люди собирают записки со своими никами, закидывают в рандомизатор. Чё, кстати, на ППЛ починили механизм-то тайного Санты? Раздают обратно, и выпавшему человеку нужно сделать либо шалость, либо сладость. Нет. Понял. Да, мне выпал. Ну, это очень жестоко такое вставлять в видос, конечно, но это смешно. Это кто? Это Моди. Но это очень неудачная фотка просто. Это вообще максимально неудачная фотка. Ха-ха-ха.
Discord чат. Топ-1 спидранер Уфы, любитель поесть пиццу. Чё, чё там было? Да, мне выпал моди чат. Топ-1 спидранер Уфы, любитель поесть пиццы и человек, так и не сделавший ролик за последний год. Я не мог упустить такой возможности, это лучший момент, чтобы сделать... Дуроперик сказал, что Тайный Санта будет готов к завтра, окей. Тот самый фирменный пранкодарок. Что может понравиться уфимцу? Мед? Кумыс? Провалы внутри кастровых пород? Нет, каждому уфимцу нравится Салават Юлаев. Моей идеей стала полная перестройка Салават... Живо! Пока не починили. Жду, пока Дроперик разберется с бумажками. Ночью все уже должно работать. Окей. Еще раз прошу прощения за неполадки. Не рассчитали время. Да не парься, это ж вам с этим разбираться. Мне-то что, я отдохну. Вот, ну, короче, да, не переживай слишком сильно, Кремер. Ну, окей, спасибо тебе большое за донат. Спасибо за поддержку. Ну, а что поделать? Надо делать. Чего? Надо жить дальше. Спасибо тебе огромное. Когда Дельта Рун? Альвентри, скорее всего, завтра. Салават Юлаева на Майншилде. И построить его было решено прямо напротив дома Моди, чтобы каждое утро он вставал, попивая чашечку кумыса, и вспоминал свою родину. Проблема возникла почти сразу. Перестроить статую блок в блок через парочку фотографий тяжело. Поэтому я решил воспользоваться лайфхаком. Находишь модель, заливаешь в блендер, через Atom прогоняешь в блоки, кидаешь схематику и вуаля, готово! Ууу, офигеть, Obsidian... этот... Obsidian шарит за мир. Офигеть. Но не все так просто. Спустя 3 часа поиска мною было найдено 2 модельки из всего интернета. Первую, увы, достать не получилось, она находится в закрытом доступе, а автору на почту просто не получилось написать. Вторая по итогу оказалась битой, и как бы я ее не открывал, она не работала. Поэтому я решил заскульптить Салавата Юлаева с нуля. Получилось крайне отвратительно. Просто псих. Но когда перегоняешь в блоки, то выглядит неплохо. Затем я перенес ее в Майнкрафт, поменял блоки, чтобы соответствовать палитре из реальной жизни, а в качестве места для стройки выбрал вот эту гору, на которую у моди вид прямо из окна. Теперь мне надо найти момент, когда моди не на сервере. Когда постамент был почти готов, на сервер... То есть любой момент. ...зашел он. Было бы странно, что возле его дома стоит какая-то каменюка и 20 шалкеров. Поэтому, чтобы не быть подозрительным, я сел на ковер в его доме и ждал его прихода. И он в итоге даже домой не вернулся. Хэштег. Моди, вернись домой. И после того, как он вышел с сервера, я смог спокойно достроить этот пранкодарок. Правда. Отлично самоотсус. Кстати, на днях новый суперкрутой трек про ППЛ. Ждите. Окей, Кремер, спасибо за сотку, спасибо за донат, будем ждать, спасибо за поддержку, спасибо за кучу денег. Очень давно меня не было, 3 недели болел пневмонией, но сейчас стало уж жесть. Это хорошо, я тоже сейчас болею, к сожалению, не очень хорошо мне, но мне тоже будет хорошо потом. Там Моди полторы недели потом не заходил на Майншилд, я видел его уже после Хэллоуина, но вообще вот вам ставка. Привет, Моди чат, в этом году ты себя очень хорошо вел, и даже не упустил ролик. В честь этого я протею для тебя подарок, которому обрадуется каждый уфимец. Для меня было важно, чтобы он был в единстве окна при большой прессовке. Возможно, придется подлететь и погрузить чанки. Наслаждайся, в какую сторону? А, во, подожди. Так, я тихонечко-то прилечу, не поля. Ну, кажется, я уже понял, что это. Итак, чат, из окна теперь видно. Подробно, слава Юлаева. Короче, для тех, кто не шарит. И он его построил. Блин, жесть, он реально его сам придумал, построил, потому что вряд ли была схематика какая-то для этого. А фотоны, ну, конечно, там есть то самое, ну-ка проверим. Да, есть. Оно есть, да. Это жестко. Официальный канал Уфы на Майшуде, чуваки. Так а что там насчет завода? Постепенно на нем появляются новые разметки под новые декоративные постройки. Я планирую... Я сейчас это удалю. Наконец-то, я прошел ид к началу апреля августа. Получилось только сейчас. ХЗ думал рерол, но эвольвер слишком сильный. Ща, чуть позже заценю Павлик, спасибо огромное за сотку, спасибо за донат. Спасибо, Сережка. Ща, чуть позже посмотрю. До конца... Кто выиграл? Мы выиграли. Зона хотя бы минимально заполнить вот эти зоны. Здесь будет стоянка для техники, лэпы, а также кое-что секретное. Все это и многое другое мы будем строить на стримах, поэтому приходите, ссылка на Twitch, как всегда, в описании. А вам я хочу сказать спасибо. А ведь Obsidian реально делал модельку яиц коня. Спасибо за такие прекрасные арты. Вот они, красочные, сочные, восхитительные. Блин, все я не успею, они есть в группе ВК в описании. Спасибо вам большое за них. Ну а микрофона был я, Obsidian Time. До скорой встречи в этом прекрасном, или не в очень прекрасном, мире.
интернета. Да, нарезчик, если ты досмотрел до этого момента, после 21-го можно нарезать, а пока что нельзя. Лор? Лор Obsidian Time? А! Ты чё вообще? Ты кто такой? Блин, как же Obsidian играет просто? Вот сравните это с концовкой лорной у Нео в последнем видосе. Там же прям слышно, что наиграно. А вот как Obsidian, он прям с душой, с чувством... Просто... Золото, хлопаю стоя. Ты чё вообще? Ты кто такой? Чё кусаешься? Убежал что ли откуда? А ты смешной. Ладно, пойдем со мной, будешь амёбой, раз не знаешь куда идти. Какой-то жесткий, короче, какой-то жесткий лор планирует Obsidian. Офигенный видос. Ну, не самый крутой видос Obsidian, но прикольный. Молодой человек, быстрее. Вот, мне понравилось. Хочу быть амебой Obsidian. Ну, а кто же не хочет, ребята? Так, смотрите.